Ежегодно накануне Дня защитника Отечества школьники собирают посылки для юношей, проходящих службу в рядах российской армии. Носки, средства личной гигиены, чай, сладости. Все самое необходимое отправляют солдатам учащиеся 9-й школы. Мы, учащиеся школы номер 9, принимаем активное участие в месячнике военно-патриотического воспитания, потому что молодое поколение не должно забывать своего наследия, родину и своих героев. Сейчас, в преддверии 23 февраля, мы участвуем в акции «Посылка солдату». Первый этап этой акции начался 1 февраля в классах. Родители наших участников поддержали инициативу школьников. По опыту прошлых лет мы знаем, какие извещения необходимы солдатам-срочникам. Чтобы подсластить службу наших парней, мы отправляем им конфеты, печенье и сгущенное молоко. А еще поздравительные открытки. Сегодня наши посылки будут отправлены в разные регионы России. В Адыгею, Карачаево-Черкесию, Ростовскую область, Воронежскую и другие. И, конечно же, ребятам, которые служат в нашем родном Краснодарском крае. Служба в армии – это волнительное и сложное время для юношей. И поэтому поддержка и весточка из родных мест для них очень важны.